Сейчас или никогда, а значит то самое время явиться новому альбому и клипу Ларисы Бусуёк, чтобы впечатлить и вдохновить зрителей свежей энергией джаза. Up your mind. I've been waiting such a long, long time now, baby, or never. So 19 мая молдавская исполнительница Лариса Бусуёк презентовала джазовый альбом, а также видеоклип на композицию «Now or Never». В связи с этим была организована вечеринка, на которую были приглашены все, кто участвовал в записи альбома и создании клипа, а также близкие и знакомые певицы. Не обошлось и без живого выступления музыкантов. Наконец-то, спустя где-то 14 лет, я пришла к своей давней мечте и сделала джазовый альбом. Мы записали 13 произведений. Вам-то точно знать о общей концепции данного альбома. Можете в трех словах как-то выдать? Могу. Дело в том, что, вы знаете, концепция была простая. Была идея для себя, для души, сделать какие-то песни, джазовые стандарты. Просто чтобы вот получить удовольствие не только от результата, но и от процесса. Для того, чтобы получить удовольствие от процесса, нужна первородная идея. Кому она пришла? Мне пришла идея. Я хочу на первую песню из альбома сделать видеоклип. Скажите, а вот изначальная картинка, которую вы все представляли, клипа, соответствует с окончательным вариантом? Да, соответствует. Над достойным результатом трудилось немало людей. Ну а как же сработались участники? Рядом с Ларисой работалось легко и уютно даже в каком-то смысле, потому что Лариса... Ну, у нее есть качество, которое не у всех музыкантов, скажем так. Какое? Она слушается режиссеров и, в принципе, не старается не входить вне ее, скажем так, вне ее работы. Около меня стоит одна из актрис данного видеоклипа. Вот расскажи, какие такие интересные моменты в клипе случались на съемочной площадке? În primul rând, această filmare a fost pe data de 8 martie. A fost foarte complicată filmarea, dar și în același moment amuzantă. În timpul filmărilor, când stăteam pe scaun, mai treceau câțiva actori și ne făceau din ochi sau ceva de genul și era foarte amuzant. What was your role? That I was like a guy working instruction. You stay, a girl can't leave me on the shelf. You gotta commit yourself. Как вам общее впечатление о клипе? Для меня это было что-то необычное, потому что я ее знаю вообще-то с другой, скажем, стороны песен, потому что она была более такая романтическая. Но здесь этот стиль ей как-то очень удачно подходит. Очень красивый, очень продуманный. Видно, что стилисты хорошо поработали. Героиня этого клипа сногсшибательная. Соответствует изначальная картинка вот в вашей голове клипа с результатом конечным? Ну, есть какие-то детали, может быть, которые не вошли в видеоклип, да? Но по большому счету это да, это примерно было так. Now, baby, or never. If I mean anything to you, now, baby, or never, 'cause you wasted so much time. Now, baby, or never, make up your mind. Now, baby, or never, and it ain't no fault of mine. Мы вас знаем как певицу и на джазовой сцене, и на эстрадной. Что больше вот молдаванину нужно, джаз или все-таки эстрада? К большому сожалению, у нас нет джазовой культуры, но я не могу сказать, что у всех ее нету. Посмотрите, сколько людей, которым это нравится, и все-таки джаз имеет свою публику. Я думаю, что все-таки у джаза есть будущее в нашей стране. Your mind.